В Магадане лабораторно подтвержден один случай заболевания коронавирусом. Об этом говорили на оперативном штабе по недопущению распространения инфекции в Магаданской области. Пациентка с COVID-19 31 марта госпитализирована в инфекционный госпиталь, отработаны все ее контакты. Люди из близкого окружения изолированы в инфекционный корпус областной больницы. У всех взят материал для проведения лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. Все результаты отрицательные. Течение болезни у пациентки с коронавирусом легкое, говорят врачи. Всего же в регионе тестирования на COVID-19 прошли почти полтысячи человек. В настоящий момент в режиме самоизоляции находятся более 200 магаданцев, прибывших из-за границы. Их контролируют медики и полицейские.